Остался последний чел, у него АВМ Treasure Hunter. Ребятам не страшно! У нас две АВМ ТХ на команду, ребята, вы понимаете, это лютый трэш! Если этого тиммейта убьют... Ну чё, мужики, всем здорово, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я решил снять рубрику под названием «Покупаю все скины, с которых меня убьют». Если вы скажете, Кента, пока ты соворвал какую-то идею, да нахрен я соворвал у кого-то эту идею. Я ни разу в жизни не снимал эту рубрику, поэтому, ребята, прямо сегодня настал тот самый долгожданный день. Ну а чтобы получить данный замечательный карт Treasure Hunter, первое, что надо сделать, поставить лайк и подписаться на мой канал прямо сейчас. Во-вторых, посмотреть все это видео без перемоток. И в-третьих, напиши любой хороший комментарий плюс твой ID. Как обычно, залетаем на G стендов и крутим барабан бонусов. Также по моему промокоду вы получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Пополняешь просто баланс и получаешь подарки. Первые 3 скина вы получаете бесплатно при пополнении в 300 рублей. Также, ребята, есть очень крутые конкурсы на ножи, на голду и так далее в группе ВК. Все нужные ссылочки есть в описании. Также при пополнении вводи мой промокод и получай 35% пополнения обратно. Ну что же, ребятки, вот он первый раунд. Я вам скажу так, учитывая, как я играю, скорее всего, я потрачу очень, ну прям очень много голды. И тем более, у меня есть АВМ Treasure Hunter. Возможно, меня кто-то убьет из этого скина. Так, ну что, полетели, я вижу, тут есть подписчик. Братик, здорово! Так, у тебя, надеюсь, дорогих скинов нету? Нету, все, погнали играть. Так, ребята, дамы и господа. И что же... Огля! Я жив, жил, жив, цел орел. Нормально, нормально, ребят, нормально. Опа! Ох, ля, сколько их там? Никого не вижу, стреляя в дым. И, к сожалению, мы проиграем. Ребята, все плохо! Фух! Первый раунд зашел на ура, потому что у парней не было нормального скина. Ой, ля, ребят, это мои тиммейты. Это просто фиаско. Так, ну что, я пол. Надо, короче, максимально забраться. Надо надеяться только на себя. Мужики, запомните. Играем не в команде, я надеюсь только на себя. Так, ребят, что же мы возьмем? Я возьму дробаш. Я скажу честно, с дробовика я тренировался играть. Я плюс-минус нормально с него играю. Поэтому, ребята, конечно же, беру дробовик. И прямо сейчас занимаю позицию на планету Б. Так, ребят, салям алейкум, никого нету. Нормально. Ну чё, ловись, рыб. Ох, ля, я пол. Это, ребят, очень плохое начало. Так, а бомба-то? А бомба-то где? А бомба-то на А? Так, ну тут тоже есть пассажир, брат. Нормально, давай, до свидания. Так, и тут есть пассажир. Братик, слушай, а как ты смотришь? Насчет того, чтобы я задницу надрал? Нормально, ребята, ну вообще, изи каточка. Ребятки, а мы-то играть будем или нет? Так, и кажись, тут слева есть щел. Или справа, справа увидел. Да ты что, мой дружочек? Так, брат, ну, давай, до свидания. Так, а что там у него был за скин? У него был скин Акернана. Хорошо, что не статрек. Так, ребят, ну пока что все по плану. У вашего кента одна смерть. Ну, ребят, на это приятно смотреть. Но я скажу так, у команды террористов всего лишь 4 человека. Алло, где пятый? Но учитывая то, что у меня очень много друзей, скорее всего, за них в ближайшее время зайдет пятый игрок. Да, уже зашел! Да, Антоха Сенов 2! Это мой подписчик, донатер, у него очень дорогие скины, у него есть АКР Treasure Hunter статрек! Ох, ля, ребята, ребята, вот это я понимаю, вот это живем-то! Так, никого не мам. А их тут много? Брат, давай пока. А, все, мы выиграли! 2-1! Да вы шо, ребята, это прям моя любимая рубрика. Просто поставьте за это лайк. Подпишитесь на канал Кента ПК. Ну, посмотрите, что я творю, ребята. Но я не верю то, что это Кента ПК. Мои руки, спасибо вам то, что вы выросли с нужного места, ребят. Просто живем по кайфу, просто на язычах. Так, ну что, продолжаем дальше. Я беру мой любимый АКРчик. АКР Нана, ну дешевенький скин. Поехали играть. Дальше уже зашел Антоха. У Антохи очень дорогие скины. Так, ребята, пытается пропушить план Б. Кто это не пошел? А как? Мы через стенку убивали. А, пупеть. Короче, ребят, да ну вас задницу. Бежим, бежим, бежим. Так, брат, ты иди первый, тебя не жалко. А я, короче, сейчас обойду и буду тут ждать. Так, лови, сырка большая, маленькая. Нормально, ребят, ну, бамбу выбили. Остался последний Антоха с самыми дорогими скинами. Надеюсь, Антоха меня не грохнет, потому что будет немножко неприятненько. Так, а Антоха был на миду. Я понял. Антох, ну я же, я не трус, поэтому, Антох, уходи на честный бой.
Так, Антоха. Все, убили Антоху! Так, ребята, 3-1, но я скажу так, я даже не почувствовал, Так, ну что, продолжаем дальше. Я вам скажу так, блин, это просто самая опупенная рубрика в мире. Ребята, а вот теперь идет ход тяжелой артиллерии. Я беру АВМ, Treasure Hunter, посмотрите на реакции моих тиммейтов. Они просто в шоке. Смотри, этот парень, он даже перестал ходить. Вот это да. Так, ну что, ребята, если меня убьют с АВМ... Вы понимаете, и подберут эту ВМ, это будет ой-ой-ой, как не сладенько. Так, ну что ж, ловись, рыбка большая, маленькая. Так, ох, ля, мы проиграем, ребят, 4-2 остались. Мимо! Нету пробития. Нормально. Хорошо, что мой тиммейт играет лучше, чем я. Плохие у нас дела. Так. Нормально. Мышка заела! Все, разъела. Тише. Это как так-то? Через стенку! Стендов я тебя люблю. Опять у парня нет скина. Но он подобрал мой АВМТХ. Я слышал. Так, ребята. А вот теперь начинается самое мясо. Так, чтобы такое взять? Давайте возьму М16. Ну, ту же легендарочка. Тоже, ребят, нормально. Блин, ну меня реально пугает тот парень. Так, вот надо его кокнуть. Ох, красиво. Та ты шо? Так, кто дальше? Вот даже чел пишет, дай пыжи. Смотрите в чате, дай пыжи авапу. Я в шоке, ребята, у них уже моя авапа. Ох, ля, как же это опасно. Это максимально опасно. Так, братик, типа, все, мы выиграем. 4-2, да ты что? Ох, ребят, ну слушай, ну я думаю, можно еще раз, как говорится, испытать судьбу и купить еще раз АВМТХ. Чтобы не писали, что кем-то пока, а что такой трус. Братва, вообще без проблем. Я готов рисковать, я готов прямо сейчас покупать АВМТХ и идти в бой. Ох, ребят, если эту АВМТХ подберут. Ой-ля! Мне даже представлять не хочу, потому что мне страшно. Так. Ага, понимаю, меня пушат, да? А откуда вы? Так, это А. Это А, ребята, однозначно. Ну, мужики, что тут стыдно? Ну, и там, уж не видели мини-мапу? Ну, елки-палки, вот это у меня команда. Ребят, ну, оберегайте мою ВМ, потому что нахрен... Потому что нахрен я не хочу 200 голды тратить. Мне придется продать весь инвентарь. Но если я сказал, я это сделаю, я вам это обещаю. Да, бомба теперь на Б! Ты шо? Антоха, ну я тебе только хвалил, говорил, мой подписчик, а ты вот так взял Василиса. Нормально, Диас, так кто следующий? Ну чё, ребят, ну елки-палки. Но я их даже не почувствовал. Ну скажу честно, ну чё-то вообще языкатка. Так, тут есть еще один. Ох, ля! Откуда мой тиммейт? Тоже АВМТХ? У нас две АВМТХ на команду? Что? Не-не, это шутка. Вот, у нас две АВМТХ на команду, ребята, вы понимаете? Это лютый трэш. Если этого тиммейта убьют и подберут ТХ, а ТХ по-любому подберут, это будет лютый трэш. Так, ребята, мне очень нежелательно сливаться. Очень нежелательно. Ай, блин! Ух, ля, так это... Ой, ля, ребята, там лютый трэш, наших тиммейтов убивают. Так, тихонько, максимально на опыте. Пожалуйста, я тебя прошу, братух, ну начни играть. Ну куда ты флешку по мне-то кидаешь? Ох, ребята, конечно... Кажись, я больше эти челленджи снимать не буду. Да слушай, сколько у них гранат? Ну еще миллионы их. А миллион хаешек. Так, я пол. Это плента. А где мои тиммейты? А, ничего себе, брат. Нифига себе ты машина. Ох, ля, как он выжил? Опять нет скина. Антоха, брат, ну где твои скины? Так, ой, ля, мою АВМТХ подобрали. Вот этого парня, скорее всего, он тоже сольется. Подождите, это рофл? У двоих моих тиммейтов АВМТХ! Вы понимаете, то, что их могут прямо сейчас замочить, и я буду играть... Его убили! Он подобрал АВМТХ! Ребята, максимально опыт, максимально собрались, подобрали АВМТХ. Вы понимаете то, что это значит? Это означает только одно, то, что нам может быть полная задница. Они подобрали АВМТХ. У их команды есть АВМТХ. Я в шоке. Чел пишет, дай АВМ заскриншотить, пишет. Так, ребят, все, давайте. Брат, ходи за мной, я тебя прошу, прикрывай меня, потому что, понимаешь, у них есть АВМТХ. Надо максимально... Вот у этого чела, у него есть АВМТХ. Ох, ля... Ох, ля, ребят, так, тут чел. Тихонько. Ох, ля, и тут чел. Они везде, они просто везде. Опа, до свидания. До свидули. Чел с АВМТХ по мне стреляет! Ребят, аккуратно.
чел с АВМТХ. Остался последний чел, у него АВМТХ. Остался последний чел, и у него АВМ Treasure Hunter. Ребята, мне страшно! Нет! Да, 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 отдай, отдай, отдай. Все, АВМ моя. Блин, ребята, вот это да, вот это дал Серуделя. Вы понимаете, только что чуть все не закончилось. Фух, если бы он меня замочил с АВМТХ... Ребята, мне реально немножко не по себе. Мне реально немножко не по себе. Вы понимаете то, что меня могут в любую секунду замочить с ВМТХ. Только что в игре было 2 ВМТХ. Да, Никитка. Да, Нубрик. Ха-ха, нормально, ребят, нормально. Минус 2, красиво, красиво, красиво. Так, ах, кто это у вас такой маленький? Мы играем очень даже неплохо. Меня замочили. FNFall Tactical. Окей, базара 0. FNFall Tactical стоит 8 голды. Да куда вы флешки по своим-то бросаете? Ты куда вы МТХ выбросил, братан? Давай тут, ну это, не шути, потому что, ну, сейчас не до шуток так, ребята. Он играет с МТХ, брат, я тебя прошу просто, ну, не дай противникам забрать в МТХ, потому что иначе нам задница, братух. Я в тебя верю, пожалуйста, давай, 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 Тимур, да-да, там и стой, вообще не вылезай, братан. Не надо тебе стреляться. Все, ребят, мы победили, самый ценный игрок Кента ПК. Ох, оу, е, нормально, ништяк, ха-ха-ха. Ну чё, последний, финальный, решающий раунд, ребята, как можете заметить, у половины нашей команды есть АВМТХ, для них это не редкость, ребята, могут себе позволить. А вдруг сейчас мой тиммейт замочит, подберут АВМТХ и с этого МТХ убьют меня, я же буду должен ее покупать. Тише, тише, тише. Ох, красиво, по кому-то попал. АВМТХ, так, все, я заберу ее себе. Зачем она вам, ребятки? Так, 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 ну, у нас есть парень, он не хочет вылезать. А надо, 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 брат, надо, 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 надо. 5 minutes later. Все, easy win, 8-3. Я должен купить только FNFall Tactical. Зашибись. Фух, ребят, просто это очень крутая рубрика. Обязательно поставьте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.